Я блядь. Вот думаю, вот он в Т5, сору ли я с него на трэша? Почему все так уверенно сказали? Ну потому что он не сорвет. Да он тоже думал, ну там же все, трэш вечно на нем будет. Смотри, у него 889к, а тут на втором мобе у него 500, но он не пьет его, на третьем 800. Да у него 10к ДПС, давай начнем с этого. У меня три не стоят, воля и зов. Выкашу. Опа, вот спалился, где Агрон набирает. Да смотри, у него волна даст, смотри, он сейчас волну даст, бам. Все, с него не сорвут. И у него КД там 6 секунд. Волны? Ну, в Т5 проф, наверное. Так 15 обычно. А Т5 и просто. Он одну оторвал кто-то. Вот я типа пытаюсь от него оторвать, и у меня только 50%. 80. Просто я два раза оторвал уже. 4 Т5 не считается. Если его таргет не бить, конечно, вы будете отрывать. Его таргет вы не оторвете. Разбито. Я закончу то, что начал у часов не последней надежды. Так, поселить там может, ну. Сколько мы разбиваем? Что он так не рез? Нет. Уже в целка, блядь. Я уже заметил. Да я по телефону разговариваю. Давай, мая. Понять, какой он таргет смотрит, он же все разные бьет. Я вот и пытаюсь набить на каждом, чтобы нет. Можно, пожалуйста, там на хосту миликом? Стартер не считается кадром. Лены, походу, не будет. Ну, WhatsApp написал, я на работе, типа, то вызвали, только прибежала. Так куда прибежала? Домой или на работу? На работу. Ну, понимаю. Может даже не роли, да? Ой, я что-то сролил. Ну, все равно поменяют. Можешь тогда мне всю зеленку и синьку поскидывать, пожалуйста? Нифига там барыга. Тыкайте на распыл и все. Призрел? А, будет мастер еще, блядь, в танке. Ебануться. А че, два слота? Wow. Ну вот тут две БУЕшки никто не забирает. Сон будет? Чао, босс. Да ты заебала, блин. Она меня убивает. Это Денис, это 5, блядь. Ага, нихуя.
коконы разбейте в РДД зоне. Еще два слота для того. Вагонетка и Эксон. Ну, Эксон сейчас зайдет, он домой. А вы... Ну, уже, скорее всего, заходит. Зачем? И опасней. А что, вагонетка придет? Не знаю. А почему визуализация тотемов другая какая-то? Каждого типа. Нет, там типа какой-то вентилятор, он крутится, стоит. А, это типа, наверное, из-за того, что вульпер кто-то ставит, кто-то гоблин, кто-то шаман. А, да? Здесь вон оно как даже. Фаси. Вот это да. Я прожил. Да чё сразу от меня-то стол требует? На стримага в рейде. Интересов жалко, что у меня осталось их 10, я тогда инту не дам. Ну, Влад, поставит джипс, потом купишь как-нибудь. Миш, ты тут? Какой из? Гурам. Нету.
Кто в туалете живет? Избушка на курьих ножках. Это кальян булька, это не туалет. Ну, Ультер Монстр зашел. Да, Миш, Гуран, который... Слушай, вы когда с этими, с легионами убили все-таки совет, вы по той же тактике убивали? Не, ты че? Там же 10 шагов максимум можно делать. А, этот, блин, ты про ЗС? Про совет, ну, про совет. Да не, да, по той же. Просто нет, когда... тут мы будем убивать по другой тактике. Мы типа поставим бабу в центр, шамана в угол, а ханта первого зальем у столба, потом побежим все на бабу под керой. Ну вот смотри, я когда покупался кусок с этими, с гвардиями, они сразу же заливают бабу, просто пофиг, отводят подальше, максимально далеко. А потому что они-то все бисовые, ты смотри. Да, у них там ДПС, а пиздец просто. Ну вот, а у нас не хватит. Мы сначала ханта зальем около столба, потом подбежим на бабу все и подадим керу, убьем бабу, потом на шамана пойдем. Мы, типа, у нас ДПС не хватит чисто, и прохила, и танков не хватит. У нас нет танков таких толстых. У нас нет проптопаладинов Т5. Там знаешь, в чем фишка, я так понял? В том, что они отводят вот эту бабу, и кто там тотем это вызывает? Эти... Шаману, мы шамана тоже в угол ведем. Ну, то есть смотри, вот Персинша, вот эта вот пати за совет, типа. Ну, то есть вот тут башни стоят, ну, допустим, вот здесь вот мы будем убивать ханта. А? Шаман будет стоять в противоположной стены. Там будет босс стоять, деребро стоит, а баба, ну, где-то вот здесь в проходе будет стоять, типа возле колонн, которые дальних. Мы ее потом зальем, потом побежим на шамана. Вот на шамана отвести, чтобы его тотем не доставал до рейда. Вот, в том-то и фишка, что они, понимаешь, они уводили шамана таким макаром, что там стоит танк толстый и протопал. Вот они стоят. Холипал, может. Холипал, да, в смысле. Ну, так вот же они... сделаем. Ганет, скорее всего, будет держать его, потому что он самый толстый, кто есть. Их тотем не шотает, они стоят себе и стоят. О, Ультер Мортал. Так, что у вас тут? Дексон. О, зашел. Блядь, ну состав, конечно, мне что-то вообще супер не нравится, блядь. А чё такое? Слабый. Вяленький состав. Эксон зашёл в сеть. Да, сейчас. На 30 сек отойду. Идите ещё покурите. Маги, дайте стол, мнение. Да профа потом курить не будете. Вообще, чтоб никого в АФК не видел, ГП буду ебашить за АФК. А, уже дали стол. Рыбу поставил, палок рыбу. Парня, фласки есть? Ёбаная, я про фласку забыл. У кого есть почта, а? Что есть сейчас? Тыкните, Симон. Поставьте почту, в принципе. Вон где стол. Так, ой, танки. Рейгар, убиваю гниль. А, нет, подожди, ну-ка. Блэйдмастер, вот он, танк, да? 4. Было бы 4-10, вообще четко было бы. Давай, тогда убиваю гниль в ДД, блэйдмастеры, рейдгар, танки. Так, остальные, что у нас? Шаманы. Сами распределитесь, там какие тотемы ставить. Все ДК в воинов превратились. Много раздетых, точнее двое, да? Сколько вагонов так на скидку на глаз? 1, 2, 3, 4,
Блин, в принципе, хватит, чё. Так, Эксон зашел в Дискорд? Не зашел. Надо было просто спекнуть. Скоров бы бафнул. Анхолика и кого? Тотем ему поставят на скорость атаки. Тот же, та же аура, 16%. На 4 меньше. Не прокачанный, если ты там. Если ты там прокачанный, то одинаковый. У нас энков нету, поэтому тотем по-любому не прокачан. Так, Эксон зашел, да? Угу. Так, причина, кто у нас дает? Ганлер. На Рейгара на пол, Блейдмастер рядом с ним стоишь, клип делишь, остальные в мили-зону забежали. Блять, накроет этот мир. А, бля, обезьяна. Всегда. Ну да, почему бы с пула уже один лям не набрать? Бля, сори, я ПВП шмотни. Шипы залили? Вань, встань ко всем. Ты нахуй я провёшь вообще? Ваня, Ваня, вот ему нахуй, а? Ну, выживаемости нет, в чём проблема? Тут знаешь, в чём ещё выживаемость? В том, что я только сейчас допетрил, что у меня шмот вообще мусор, половина. Ну, конечно. А чё, Гера была, да? Ну не поворачиваемся, босс, убить можно. Чё не прочекали, мне сказали, пусть приехали. Мили зону все за босса встали. Нет, смотри, Олег сдает 23к, не огрыв в два раза больше. Мне больше интересно, почему Эксон вместе с Владом мне двадцатку не дают. Вроде же давали. Без ядов же они. Я ядный против не намазал. Я тоже. Эксон тоже не намазал, да? Да. Он жопу не намазал, блядь. Вазелином, блядь. За шо? Давайте. Там последний... Обновление только шаманов, например. Смотри, нехай десятку дал. Буду ролить кольцо, и мне похуй. Ну, осколок. Есть осколок там? Да, да. А, и ПГП от мастера тыкать? Спех, хуяк, вот эту хуйню. Да, да, да. Не засвечивается. Блан, который Эксон, у тебя сколько осколков уже? Хуйня там, 16-15. Не, ну уже нормально. Тут
Кто там по ЕПГП спрашивал? Если вдруг, ну, ты, мы все на связи, да, все люди общаемся. Если вдруг, смотри, такая ситуация, если ты, в принципе, этим претендуешь, то лучше, конечно, ты не на спектр нажимаешь, там, ну, да, если один человек, да. Если одному человеку надо, вы просто. Да, чтоб ты за половину покупал, а не за полную сумму. Не, я бесплатно. Он же видит там. Я бесплатно отдам, если кому-то одному надо. Если нескольким людям нужно, то тогда уже да. Вы здесь потому, что наделены особым знанием. Так, вы понимаете, что на надо, мир да? Пало проклятие слепоты. Вам удалось сквозь пелену лжи разглядеть источник истинной силы. Не канает? Ну, вот так вот. Посмотрите на свои руки. Все забрал? Задумайтесь. Угу. Вы что делаете? Вниз тащите нахуй этих. Поднимите вы его, ёбарасота. Меня-то за что? Я просто стоял. Вы не бейте его. Чем больше вы осознаете собственную ущербность, тем скорее выберете иной путь. Чего у вас тут, блядь? Ой, подряд. Блейдмастер, вот этого моба отводишь череп, который к стенке влево, внизу лестницу держишь. Райдар остальных, которые справа, которых моба забирай. Для нашего господина забирайте, давай. Ничего невозможного. Его сила не знает границ. Ничто не может сломить. Милики по правым мобам сыграли, РДД в череп. Будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже помыслить. Я пока не могу прочитать это заклинание. А есть опытные игроки, интересует, когда пытку кастуешь, камера выравнивается на цель, чтобы не выравнивалась, можно как-то сделать? Да, есть такая настройка. Что там надо? Интерфейс настройки камеры. Интерфейс, камера. Расследование камеры никогда не выравнивать. Динамический ракурс выключи и все. Выключен он. Так, стоять, бояться помощника. Также Blade Master. И там в самом низу еще есть никогда не выравнивать камеру. Blade Master череп в сторону. РДД в череп ударили. Аргуран, ты сейчас с какой тринкой ходишь? Крестик. Труба ищешь. Вадим, РДД в крестик сыграли. Одевай детектор, сука. Вот вы сказали, я с точностью да наоборот сделал и получилось. Да, смысл только у двоих детектора есть. Троих. Пять будет минимум один. Плюс он не 200 всегда висит СПД. Это лучше. Чем пока настакаешь. А там на тебе всегда тоже баф висит.
Блять. А еще и на стаке уж СПД. Да, но 4% крита это лучше. Да стой так. Вообще лучше пусть один шаман в НХ спекнется, если есть спек. Да там 4%, блядь. Там 10% АП. А хантов нет у нас? А чё я такое пропустил, что у нас Саитина, блядь, стал заебато дамажить? Ты, блядь, посмотри. Вчерашний там... день. А, не, позавчераш. Да, сходил, блядь, после всех мобов полутал. Блядь, едет, да, мальчишка? Ну, конечно. У него посох 271, блядь, ты посмотри. Аргурена, чтоб ты понимал, я пидорас не забрал. Это, давай, Рейгар слева держишь, Блейдмастер справа держишь, а, Диспатч, я, Лоликс и Аргуран на боссе сидите. Остальные в тэшке, да. Зида и скальпер. Скальпер. Квест сделаем. Чё? А, чё, квест? Нет. Не-не-не, квест без ШП. Нет квеста. Не на этой неделе. Нету квеста. Трэш вышел. Трэш увидим. Я что-то заебанил, сорян. Освобождаю тебя от проклятия плоти, мой верный слуга. Ты не в силах противиться моей воле. Там сзади хуета трэшевская стоит. Может, убьете ее? Контрольте мага. Мага за контроль? Я шипну. Не шипну, идите на что там? Сова. Сталин. Диспелите. Трэш скилл заберите. Трэш, забейте трэш. Сзади двое стоят, убить. Ты не в сзади двоих. Противиться моей воле. Контрольте, не убейте хила. Сталин, чего у тебя не получается контроль? Миники убить за это ГП дали. Геру дайте. Блять, пиздец, ну, переведи. Трэш убейте, никто босса не бьет. Трэш сначала. А, 4 хила лежит. Сталин, блядь, Сталин. Шини, подними Сталина, Сталин, подними. Я упал, все. Я дерево поднял, он не может. Ты не в силах противиться моей воле. Да. Вот дерьмо. Дайте делаю диван. А нет, упал уже. А тут бежать недалеко. Умри, Влад, поздно. Сейчас бы, может быть, вар бы засейвился. Не понял? Сталин, а, что у тебя с вихрем не получается?
потому что я не успел его укинуть, его дерево уже убили, просто тупо. А все я стою на противоположной стороне, они все на другой стороне. Пока добегаю, У нас с самого начала боя два моба тупо стояли и убивали абсолютно всех кио. Сваншотили Коли Пава, потом убили еще одного кила. Ну, там есть мобы, которые накидывают на себя щит и отражают всю магию. Их только мелики могут бить. ДД тоже могут бить, но когда у них щита нет. С самого пула пока не вылазит. До встречи. Приверженцы называются. Ребаф, дайте пройду. Что у нас по паладинам? А, Охнанак. Кулаки. Убиваю гниль каски, ганлер МК5. Раскидывайте по рейду. Меня слышно, нет? Да. Пушки не снимают, не среагируешь. Как не среагируешь? ДБМ пишет, снимите пушки. Ты же у половины ДБМа, блядь, у меня автоматически должны сниматься. Ну, автоматически, да, ну, у некоторых снимаются, но... Блять, а для кого ДБМ пишет посередине экрана, что контроль... Для кого сова в рейде? Бля, я не могу на троих разорваться. Они стоят на... Я на одном углу, сука, этой площадке... Так значит, не бей, а просто, бля, бегай. Короче, здесь проблема в том, что я, кстати, не понимаю, почему сзади выбегает трэш. По идее же он только в крайне бежит. Ну да, да. Нет, сейчас проблема была в том, что у нас ваншотнуло нахер. Один ноут сзади выходит только и все. В 25-ке он там не должен выбегать. В 25-ке в обычке он выбегает. Один выбегает оттуда моб. Ну значит танки тут хватает его как-то. Рейгар, поднимите его. А, все. Есть ДК с притяжкой, самое простое. Ну у нас он один. В любую сторону встает к любому танку и притягивает с лестницы. Ребов дайте поваром. А контролит, по-моему, одного человека здесь, а не троих. Одного человека контролит. Ну вот, одна сова. ХМ-ки троих. Да. Вот одна сова стоит и контроль дает дихать. Все. Больше ничего не надо. Милики, блядь, если я увижу то, что, блин, в милизоне или вообще кто-нибудь там в контроле вас стоит и вы ударили масухой, сразу кошелек открывайте. Все, все готовы. Таха, что не хватает? Каски по шаманам. Каску дайте по этому. Убиваю гниль. Да дали им уже. Я бампул даю. Маба сзади возьми. Мобы вышли, мобов сзади одного моба забери. Воина за контроль. Вот он все это время бегает. Сопротивление. Моба сзади возьмите. Шини, ты тоже контролишь? Видишь? Ну, не понимаю. Все, есть проблем. Переведемся 20. Геру дайте.
босса. Контроль. Сейчас контроль будет, Сова. Ты не в сил. Противиться мана за контроль. Моей воле. Довольно. Пришла пора. На Рейгара, на пульт. Все в свои руки. Блейдмастер по команде будет забирать. Денис, скажешь, когда. Духов не ловите. РДД взорвал. Милли зона. Забирай. Противиться моей воле. Кальпера законтрольте. На пульте, пожалуйста, на Вара. Дух в РД-зоне. Мили зоны дух. Зоны стоит, не похуй вообще, блядь. Так давай ГП за это, да и все. У меня, блядь, 22 КДПС, блядь, я отбегаю нахуй. Не хватлю. Вен, блядь, стоит сколько? 4. А. 7-9, блядь. Аху, надо отбегать. Ваша смерть неизбежна. На группу ути, да? Ну нет, я забыл. Кто в пушках? Честно, не знаю. Сколько нету? Нет. Все пустим. Надо кому? Повтори, что нужно? Лечим на успех. Чистим. Давайте чистим. Блин, у меня ЖК это... Ой, это... Нет, почему-то ЕГП ГП не работает. Это только на осколке, на всякую хрень работает. На шмотку у меня почему-то не работает. Ну, не высвечивает, чтоб я ему пролил. Я хрен его знает, что делать. Я стоит тогда? Он стоит, но я же говорю, он у меня высвечивается на печеньки, на осколки, на всякую дрочь, а на шмотку вот. Так, а чё, кому-то ничего? Робот отдай кому-то. Шинью. Шею по хмане. Все сейчас поправим. О, шею убиваю гниля, дай. Все. Ой, шею хмана. Вика отдали? А, ну ладно, что, блядь. Какого кольцо? Ну, танк, он просто плак. У Блейдмастера что-то не работает, это и ПГП. Кольцо, если никому не надо, ему отдайте, пожалуйста. А, ну дайте танк. Так, у меня такая же вот это вот. Дискорда качал хрень, да? Нет, в смысле, ну тебя на ролл кидают. Ты что, её не видишь? Нет, я не вижу. Попробуй в настройки зайди. Настройки модификации? Да, да, модификации, сейчас. Черточка и ПГП. Попробуй, пропиши, вот так вот. Во-первых. Не черточка, а слэш. Ну да, слэш, черточка. Не слэш, а палка. Так ему надо что-то, вот мастер. А давайте не будем пиздеть и больше духов не будем ловить, окей? Поддержка. Просто написано, что я выиграл, но мне в сумке так и не прилетело. Чтобы выполнить, чтобы получить список, что у нас у тебя плечи? А, ну все, этому... А. Да, ну просто у меня написано, что я выиграл и нету в сумке. Я понял. Кто там? Убиваю гниль. Шею Охмана и...
Гоствар, шею, Блейд Мастера, кольцо Блейд Мастера. Так. А через модификацию, через помню, вот через меню нельзя это сделать? Он меня просто так. Пишу, и он мне не ответит. Давай во время кораблей. Диспатч, я пушку. Сейтина, Войд Спиритус, пушку. Все остальные рюкзачки взяли. Рейгар на тот корабль. Блейдмастер на нашем корабле. Запускаю корабли. А кто придумал, что 50 ГП делитель будет? Что? Мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар. Ну, несгораемая сумма ГП 50. Ну да. Ну, стартовая. Она, то есть, не сгорает. Начально. Ну, она всегда есть сумма. Обычно сотка вообще стоит. Вы видите? Что это на полтиннике? А ты четверг срежешь же 10% всем? Да, да. Сотку делают просто, чтобы, ну, грубо говоря, нулей, два нуля убираешь от своего и получать коэффициент. Ну, там разницы нету. Если аддон есть, без разницы. Посмотри. Можно сотку сделать. Бля, пацан затупил, прикиньте, в плече на ДД был в танке. Таха, долго до тебя? Ты можешь сейчас отойти. Как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрёшь. Рейгар полетел на тот корабль. Пушки все знают, что делать надо? Никого-то трудно с ним может. Полетели, заморозку убили все. Ну, кроме пушек, там, и РДД. Оружейники, огонь! И то РДД тоже, в принципе, полетели. Оружейники, огонь! Рейрен, ты прыгни на тот корабль. Идите, убивайте всех мобов, которые на том корабле. Кто еще здесь делает? Гоствар, блядь, там стоит. Гоствар, слышит меня? Выстрелы было. Двойку нажмите, пушки. Сколько так? 22? Вниз, после следующего летите. Оружейники, огонь! Там как нормально пропихивать тебя будет, прожмешься. Ну, по очереди, сначала больше там, потом что его. Уже пошло хорошо. Все, улетайте. Не-не-не-не, прожимайся потиху. 5 секунд заморозка. Все в заморозку сейчас спичнули. Оружейники, мортирщики, заряжай! Я пока не могу. Мортирщики, заряжай! Это заклинание. Оружейники, огонь! ДД, улетайте. Все абсолютно улетают ДД. Марк, куда? Нормально? Ага. Давай, улетай, Денис. Я никто туда не летит. Только по этот танк не улетит. Инер дайте по шаману. Пятая патч. Оружейники, огонь! Вот такие до мана. Денис, лети. Уже. Нельзя прыгать. Все туда. Все ДД полетели заморозку убивать. Сейчас ты умрешь. Оружейники, огонь!
Да вы еще за два раза убьете должны. Не-не, надо за один раз убить. Ну если все правильно нажмут, то будем делать. Типа вот сейчас после этой заморозки пытайтесь убить. Почему? На это уже можно на самом деле, если все правильно нажмут. Короля лечу. За 4.59 мы убили. Вообще ништяк. Никто не подходит к ящику. Надо подождать. Урон с пушек, а это можно вообще отследить? Да. Хочешь кадр? Ну. Хочешь линка, ну? Линка нет. А вот. Есть его в танк спекнуть? Нет. Видел, хочу померить. Подожди, подожди, сейчас. Сейчас. Да с них оторвут всех. Вот, пожалуйста. А, ну да, на пулов-то нет. Это учитывая, что я еще один перегрев словил. 100 лет в пушке не сидел. Как сейчас им босса будет, а? Сюрфанг. Что? Бля, у меня бой висит. Там дракон поднимается на гандлер, на сейчас смотрит вроде бы. Бля, с каким нахуй макаром вы этого дракона ловите, я не пойму. Саруфан? Да. Это сейчас Саруфан же будет, да? Да, да. Да. Так если мы его здесь убиваем, почему он патч 8.4 и Сильвану охраняет? Мы же его убили. Воскресили его. Сына убиваешь. Там воро... Ну, блин, вот, видишь вот этот мужик? Вот дракона ловите. Вот это он будет в 8-4, Сильвана его убьет. Это его сын сейчас выйдет. Ты вот когда, ты же в БФА играл, это, на Афе, там же, когда Макгара Сильваны с Орфангом происходит. Ну вот, я тебе видос скидывал в WhatsApp. Я бил Сильвану, а рядом с ней Саруфанг стоял. Нет, так ты слушай. Вот. Саруфанг вот этот вот, который за нас стоит, он когда умирает, ему уже и говорят, что типа похоронят его. Это, типа он к сыну своему, короче, отправился. Ну, то, что умер, короче, и сын его там ждет. А сына мы сейчас уебем. А, я понял, понял. Сцена а-ля Тарас Бульба. Я тебя породил, я тебя и убью. Ну, программу. Да. А сына, короче, помогла убить этот отрекшийся, помогли, короче, ядом убить сына Саруфанга. И потом его воскресил Артас. Ну, вообще-то его убил Артас по ролику. Да подожди, Артаса еще раньше убили. Артас убил этого Саурфанга, сына Саурфанга, по ролику. Пошку квестов сделайте в этом, где драконьего покоя. Все, все здесь. И лобнусь. Какой лобнус? Ну, осколок. Осколок есть? Yes. Да. Давай поменяемся. Я башки не приста, серьезно? Ну, хочу затестить, сколько сейчас дамага. Вижу осколок, блядь. Надо, походу, тебе первому открывать просто. Сейчас на ролл осколок пошел. Ну, я его тебе дал. Он мне дал. Или не ты сейчас первый открыл? Что-то я не понял. Нет, ты открыл. Я не нажимал. Вот, Эксон. Давай поменяемся, спекнешься в танка. У меня нет спека танка, мне надо идти глиф и менять танк. Блин. Не судьба. Это уже судьба, давай. Это пиздец, да. Так, где Лолекс? Комбаты. ДК. Нет, ДК это говно. Комбаты, паладины, танки. Ты чё тут маги писаются от твоего агро? Сейчас расстроится. А чё, диспатч тебе не надо? Ты ж в комбате вроде. А, есть. У тебя же 245-й второй, может ты заменишь его, типа, на этот,
Два этих возьмешь. Нет, это не говно, он медленный. Ему 2.6 нужен. Вот, убиваю гниль, да. Замедли его немного. В танка нормальная пушка это. Так, что у нас танки? Уйди, моя точка. Правильно? Блять, ну со второго воина чувствую отрывать будет, блядь. Ой, спекните одного, шаман, спекнись Маргу в этого Велима. Ой, Венха. Локу, каску, рыбу, чё, блядь, вообще похуй. И ДК тоже. На рыбу, да. Дайте по ДК кулак. А, стой, 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 не возвращайся, не надо, стой. Если шмот кулак там, ладно, похуже. Кулак дайте по ДК. По ДК дайте кулак. Ох, она, видно. Не, ну это Саурфан, да, он по харе вообще прям другой. Да вон тот сзади, вот, который с ним сидит. Кулак, кулак. Где мой кулак? Вика, дай кулак. Под ДК. И каску, шаман. Пройду через темный портал один. Неважно, умер бы я или выжил, мой сын остался бы цел. Хотя, если бы жирный Экса не стоял бы сейчас, я бы заскринил нахуй этого Саурфана. Того, кто мне писал нахуй полчаса назад. За шо грязь? А, кстати, это, секунду до боя. Где Гера? Шаманы Геру дадут, нет? Или мы будем без Геры? Геру дай. Да правильно, блядь, Кайрл не скажет мне тут. Трэш, 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 Денис. Ну, кстати, удобно, да, воину? Пока вышел сразу этот шоквейв. Трэш, забегите, кто там свободен там. Агро. Слушай, ну нихуя дамаг стал.
8к давал недавно. Ты что-нибудь можно пароль? Или как это? Мы похороним тебя, как подобает. Но ты не видишь то, что я скидывал? Нет, у меня не видно, у меня просто ничего не видно. Дорю. Печеньки 500 гп, поймаю. Что так дорого, 500 гп? Почему 500? Помните о чести. Вообще-то нормально, здесь шмот падает, можно и побольше гп давать. Никогда не отрекайтесь от нее. Сразу по косарю, да? Понимаю. Мне 500 нормально за печеньку. Я бы поговорил с вами по поводу ИПГП. С организаторами всего этого действия. Так. Почему не могу отправить, блядь? Танк Блудмастера ФК, 2 секи. Так, это я, блядь, секундочку. Если не пикет, я запомню. О, блядь. У меня почему-то, я же говорю, осколки видно было. Вот, как только осколок начали, я мог его, ну, типа, пас там, это, проветривать. Все остальное ничего не могу. А там что-то на тебя именно падает? Ну, мне вот на офспек выпала кожа и печенька на меня выпала. Твоей печеньки тут нету, да? В смысле нет, и есть. Какая? Друид. А, друид, ну все, вижу. Угу. Вот сейчас я увидел, то я не знаю, как это так, ну. Ну то, что на тебя, видимо. У тебя, видимо, кто-то. Ты видит. Видишь только то, что на тебя, и то, когда именно выставляют на ром, а не сразу все. Миша, тебе надо? Да, он сад крутак идет. У тебя, блядь, до сих пор нету? Нет. И... Ну, зачем вы столько наагриваете? Скажите, пожалуйста. Mm-hmm. Просто взять и фулл трэш сагри. Эксон, ты чё как кусок мяса дамажишь? Ну, вон. Вон холи. Ни себе, ни людям, блядь, не ауру дать, нахуй. Так, какой еще? А, Фрост? Тебя ультимортал чуть не сделал в 2Т5. Чего? Ууу, Эксон, фу, вагон. На трэше меньше меня выдал. Да, да. Сейчас его Фроста спекнусь, посмотрим, кто будет меньше дамажить. Вы и все. Сразу, вот, и еще начнется... Вы... ныть то, что урона меньше даете магического. Да, да, я уже знаю магов. Понял. Лок есть. Блять, я только сейчас понял то, что я на Сорфанге был, блять, у меня кап скорости был 1700. Я такой дураклик. Блять, ну это пиздец, это вообще не ДПС. 245 вообще, это очень мало. Давайте даже на профы заходить не будем. Чё, где все? А, зависли в бою, стоим внизу. Хороший ДПС 245. На Синдру хватит, стопудово. Как назвать, 13к дает 200. На Сирусе, на Синдру не хватит 250. 290 минимум на Синдру надо. 250 с Руэлем дает. Там еще могут 13к. Прибежали все. Вы смотрите, сейчас он может прибежать обратно. На комбо висит. На скальпере и шине. На мне еще висит. На всех висит, но кто-то сагрил, наверное. Мобы в текстуры, по-моему, ушли. Мобы легче, чем Синдра. Это во-первых. Бегу, меня не третий. Я с вами. Thank you.
снимите, пожалуйста, скальпера. Слизь. Я групповую поставил, Трэш сзади, поймайте трэш. Сзади. Сзади трэш танки. Отверни его в стену. Че убиваю гниль 5к ДПС? Это что такое? Еще трэш сзади бежит. По лестнице трэш. Убиваю гниль. Откуда такой ДПС бежит? Ощутить вот этот трэш, там очень много трэша. Давай кинай слабенько. Кинай, что же лежит. Ну там смотри, у него сокеты какие, какие-то выносливость, меткость, мастерство какое-то. Камни посмотри какие. Он страшно бил уже практически столько же, сколько и босс. И шпорки слабенькие. А Blade Master. У тебя ДДС-тек есть? Да, но он слабенький, 247. Понимаю. Не знаю, у меня паладин 250-м шмоте, блядь, 13-14к дает в трэше и где-то 1089 в этот соло-таргет. А у него комплектов нет. Давите каску по магам. Паладина все очень плохо там, с комплектом. Че там плохо, все заебись там. Киньте каску, флаг по ДК. Каску. По магам каску. У босса сейчас за фулли баг сделаем. Сзади трэш идет. Фу, опасно. Куда он идет, я не понимаю просто. Потому что сначала сагрили абсолютно весь трэш, потом пока рецались, он поперся в текстуру этот трэш. Добейте собаку, как он. Хотя бы. Умрите все, никто в инст не заходит. А, вы добьете? Добить нам. А, все, добьем, ты добьешь. Да, добьем. Добейте. Они бы сейчас, блядь, опять вниз бы пошли, потом вверх, блядь. Не, они под лестницей сидели. На друида смотрели. Гистром, а ты в Аркане или в Файре? Файр. Кажется, в Аркане ты 11 дал. Нет, ты я ж... там... У меня есть спек, но мне глифы надо покупать, блядь. Прикинь? У тебя 4-4 нету. А? Я 4-4. У меня их не было. Ты че еще их не собрал? У меня 3 Т4 есть, а я так себе и не выбил четвертую. Файгу 4 Т4? Арканы. Да Арканы. Я Т10 собираю сейчас. Да вот,
Слушай, есть предложение, знаешь, какое? А, с учетом того, что, ну, типа, сегодня состав шибко мощный. Зачистить все, кроме профа, плана и синдры, КД, и на следующем КД уже, ну, как бы, траить талого и сделать проходки людям. Не согласен. Это какого талого вы собираетесь траить, если нам физически не хватает на синдру? Как люди одеваться-то будут? На следующем КД, вот. Чтобы на следующий КД остался только проф, синдра и лич, ну, может быть, лана. Зачем? Зачем? Такое не делают в рейде, где у людей шмот 239, ни в коем случае. Никогда не делают такое, не продлевают КД. Потому что с первых боссов падает шмот 264. В рейдах с 239 шмотом такое не делают. Подожди, лечить не только про другой вопрос был бы, если бы у нас сейчас был фул рейд. Я сейчас задушу всех, флут убейте. Шкаф поставили, фул ебан. Просто режим приора включи. Ну я и говорю, я сейчас задушу просто всех и все. А, не, режим приора и все. Не, правильно. Не надо так делать, не надо. Еще неизвестно, что нам мы на профи будем показывать этим составом. Да, конечно, профи надо убивать, во-первых. Тысячу, слабый шмот, у людей практика будет. Половина, блин, вон, не знаю, где что диспелить надо, в какую сторону убежать. Все, давай. У тебя спектр пока на будут две кнопки нажать.